Вперед, вперед! Добро пожаловать, друзья! Время ливать с этого корабля. Итак. Меня зовут Иван Владимирович, а это Республики Команзас. Идем. Работорговцы. Метко стрелять, сам. Теперь у нас хотя бы есть помощник, уже... уже будет хорошо. Это дрожжание. Кусочек разбился, нужна помощь. Здесь Дельта ранен. Кусочек прицепился, нужна помощь. Все, патронов нема. А эти что? Сука, я дробовик. Осторожно, отряд. Как-никак, с дробовиком я дружу побольше, чем с пулеметом. Рассредоточиться! Перейти на подогоре! Стрелим! Сзади вас 5-38! Перезаряжаюсь. Охренел совсем. Так, и ты теперь можешь давай тоже. Пакту Дельта. Применяю пакту, сэр. Состояние неудовлетворительное. Там Дельта 07. Его допрашивают. Давайте проучим этих ящериц. Автоматические турели активированы. Вы продолжали победили данное управление. Нам их не отключить. Вовремя вы убрались. Этого убрал. Нужна перезарядка. Блин. Ведь продираться потом придется через несколько таких турелей. Прям через самую серию. Прими бакту, командос. Вас понял, применяю бакту. Командос вылечен. А теперь давай за ту за кто-нибудь турель. Кто-нибудь, сядьте за турель. Я вас прикрываю. Готов вести огонь. Мы должны разобраться с этой ящерицей. Давай, пали, дорогой. Ай, стреляй, стреляй! Патроны улетают. Просто с бешеной скоростью. Построиться для наступления. Есть, сэр. Продвигаемся дальше. У них ни единого шанса. Седьмой должен быть прямо за этой дверью. Нам нужно спешить. Приготовиться к сильному сопротивлению. Давай-ка за эту позицию. Есть, сэр. Трансшаг на ликвидирован. Оружие на голову. Да, не спать, дорогой. Надо
надо еще одного. Спасибо найти. За помощь, Дельта. Еще 62-й. Эти тупые ящерицы думали, что смогут скрыть от меня рабочие данные корабля. Ликвидировать, Командос, теперь ты в безопасности. Тогда нам нужно пробраться туда, прежде чем эти чешуйчатые твари займутся им. Объект ликвидирован. Красота. Еще раз тебя поднимем. Я готов к действию, сэр. Прими бакту, Командос. Есть, сэр. Уже иду. Готов идти, Дельта-лидер. Оставай эту позицию, Дельта. Так нас учили. Вас понял. Применяю бакту. Сейчас применит бакту и пройдем дальше. Командос вылечен. Хорошо выполнено, Дельта 38. Перезаряжаюсь. Лучше бакты нет ничего. Давайте найдем Дельта 62. Ищу укрытие. Осторожно, снова работорговцы. На позиции. Противник убит. Эффектно вышло, Командос. Тюрьма. Отлично, сэр. Уничтожить тебя. Есть, сэр. Занять позицию. Продвигаемся дальше. Так точно. Занимаю позицию. Сюда наверх поднимусь. Тут патроны есть. Седьмой готов к стрельбе. Херневы-то тут забыли все. Так, тут точно ничего. Патроны на автомат. Так, а что если я... Дельта строится. Как нас учили. Уже иду. На позиции. Используем для стрельбы под нашу позицию. Потому что мы пришли освободить Дельта 62. Приготовиться к сильному сопротивлению. На позиции. На позиции. Все внимание на конус действия минных датчиков, отображающихся на вашем визоре. Вы в запретной зоне. Автоматическая система защиты активирована. Дроид ликвидирован. Красиво. Дроидов я точно не ожидаю. Пойду в бакту бахну. Есть она? Или нету? Нету. Мы отсюда пришли вообще. Значит, о бакте пока придется позабыть. Отходим, Дельта! Что будешь делать, а? Это 40 ранен. Помогите ему хоть кто-нибудь.
Бактум. Помогаю Шито 38. Заряжаюсь. Прием Дельта 38. Отряда больше нет. Ликвидирован. Продвигаемся дальше. А теперь там главное... Работорговцы, нужно рассредоточиться. Вперед! Ликвидировать. Попадание подтверждают. Снимите меня. Используем для стрельбы вот эту позицию. Против меня у них нет единого шанса. Есть, сэр. Пока все хорошо. Засада, засада! Отряд Дельта в укрытии! Судя по чертежам, за этой дверью находится комната управления тюремного блока. Вы запретный зон. Автоматическая система защиты активирована. Войдем по-тихому. Похоже, этот притворяется мертвым. Ликвидировать цель. Попадание подтверждается. Ликвидировать цель. По-тихому, не без вариантов. Две турели. А я их обе сломал. Дельта, начать штурм двери. Давайте. Приступаем к штурму двери. Заряд заложен. Назад. Блять, снова турели. Штурм завершен. Они, вперед, должно быть, держат Дельта 62 в одной из этих камер. Найдите панель управления тюремного блока. Уничтожите Дельта. Есть, сэр. Вижу работорговец у Дельта. Прими бакту, командос. Есть, сэр. Уже иду. Седьмой готов идти дальше. Взломать этот терминал, Дельта. Понял, сэр. Ну, еще пару секунд. Дельта 38 попал точно в цель. Я нашел его камеру. Он в камере номер 2187. Прямо по коридору, затем вправо. Тогда идем. Дельта 62 обнаружен. Давай, родной. Я ничего интересного не пропустил? Нет. Ты данные добыл? Да. Меня тщательно обыскали, но данные я хорошенько припрятал. Иду в укрытие. Где именно? Вам этого лучше не знать. Ясно. Противник Дельта только что прорвал преграду. Остерегайтесь вражеского подкрепления. Есть, сэр. Оружие готово. Замечено чипка федерации. Получай. Ликвидировать цель. Пробегаемся дальше. Дельта 07 перезаряжается. Как же круто вышло. Ликвидировать цель. Ого, там три. Об этом позаботился. Безупречный выстрел, команда. Ликвидировать цель. Дайте мне еще одного. Ха. Скоро получишь.
Мы поднимаемся наверх, отряд. Будьте готовы ко всему. Так, перезарядился вроде. Вперед! Вот теперь уже мы не подкачаем. Они повсюду. Мы все к нему попали. Барахло ходячее. Среди отряда хороший выстрел. Используем для стрельбы вот эту позицию. Перемещайся к указанной позиции. Уже готово. Противник истреблен. Противник уничтожен. Спасибо за помощь, Дельта. Это точно. Продвигаемся дальше. А еще позиции для стрельбы есть? Обязательно нужно было устраивать такой беспорядок. Правило 17. Всегда убеждайся в том, что противник мертв. Ну, вроде бы мертвый. Давно пора. Автоматическая система защиты активирована. Брэри. Войдем по-тихому. Это их взбудоражит. Штурм завершен успешно, идем дальше. Рейдер 7 на 0. Я скоро вернусь. Выполнено. Ликвидировать. Дайте ему бахту. Наручаю седьмого. Ты, к бахте, живо. Я уже думал, что вы никогда этого не предложите, сэр. Седьмой готов к бою, сэр. Сейчас всем бахту. Правило 39. Никогда не отказывайся от бахты. Хватит хромать. Иди, прими седьмой бахту, солдат. Бахту. Уже иду. Бакта сделала свое дело. Подлечись, Дельта. Получаю бакту. Отлично, всех бакта. По вооружению ничего. Работорком нужно перезарядить, заточиться. Мягкое попадание, Дельта 38. Тут что, все? Больше ничего? Покойся с миром. Узнаем-ка, что там за дверью. Есть, сэр. Ставлю заряд. Назад! Граната! Так вот как она открывается. Займитесь этим. Обезвреживаю ловушку. Только не мешайте, ладно? Помогите сейчас же! Ну зашибись, блин! Где тут бак-то был? Дельта 07 ранен, хоть кто-то помогите ему. Да я из вас столько туфлей понаделываю. Я уже думал, что вы никогда этого не предложите. Еще один убит. Ну хоть кто-нибудь, помогите ему. Наручаю седьмого. Теперь мне намного лучше. Идем дальше. Хватит хромать. Иди, прими бак-то, солдат. Есть, сэр, уже иду. Классная игрушка. Можно командовать бойцами, как хочешь. Готов идти, предводитель. Послал в запретной зоне. Автоматическая система защиты активирована. А бак-то есть. Понимаете, что это значит? Нас ждет больше турелей. Войдем по-тихому. Закладываю штурмовой заряд. Назад! Это их взбудоражит. Вперед, устрани противника. Будет много крови. Нужно помочь, я ранен. Дельта 07 ранен, хоть кто-то помогите ему. Меткое попадание, вот, дело сделано. Дельта 40 ранен, помогите ему хоть кто-нибудь. Еще две турели. Перезаряжаюсь. В общем, беде, иду к нему. Держитесь, мой. Осторожно, дроиды. Сейчас же. Какой смысл, сэр? Отвлечись, Дельта. Понял, сэр. Противник уничтожен. Хорошая.
Сейчас 7 бакту надо. Седьмой готов идти дальше. Бакта сделала свое дело. Еще бакта. Теперь мне намного лучше. Хорошо. Перемещайся в укрытие. Дельта. Будет сделано. Заряд заложен. Назад. Внимание. Еще один распределитель боевых дроидов. Где Тарташане смогли достать всю эту технику? Изменим слегка архитектуру, Дельта. Устанавливаю заряд. Хорошо. Сразу теперь еще эти штуки будут мешать. Впереди супертроны. Можешь принять пакту, Дельта. Уже иду, лидер отряда. Мы сможем уничтожить их отсюда. Занимаю позицию. На позиции. Я вылечен. Отличись, Дельта. Вас понял, применяю факту. Ликвидировать цель. Факту принял. Для меня это было просто удовольствие. Эта дверь ведет к мостику. К нам направляется огромное количество гостей. Я смогу убить еще больше тварей. Не сможешь, если я доберусь до них первым. Только сильно не увлекайтесь по счетам убитых, а то забудете меня прикрыть. Дверь открыта, можно входить. Отряд Дельта, уничтожим их отсюда. Уже на позиции. Ликвидировать. Прими бакту, Командос. Направляюсь туда. Что, еще один? Приближаются вражеские заряды. Лидер отряда. Красиво вышло. Ликвидировать. Еще два там, по крайней мере, таких. Держитесь, Дельта. Проучим этих трандашан, Дельта. Вас понял, применяю бакту. Бакта сделала свое дело. Обеспечен снайперский огонь, Командос. Перекрой на позицию. Седьмой готов к стрельбе. Супердроиды! Один убит, остался миллион. Граната пошла. О! Зато наша команда... Вот это сейчас футбол был. Этот кинул граду, наш откинул, этот обратно откинул. Хотел еще раз кинуть, уже не успел. Класс. Так, а где боец-то? Запал вернулся, я готов идти дальше. Можешь принять... Начало бакта. Есть, сэр. Кто-нибудь видит глушитель? Проверьте около той платформы. Бакта творит чудеса. Так, теперь... Приготовиться к снайперскому маневру. Да, туда. Занимаю позицию. И туда. Оставить позицию, Дельта. Перехожу на позицию. Хотя, если подумать... Обнаружен глушитель сигнала. Дроиды на подходе! Это Тарташане. Еще один убит! Укрытие, Дельта! Thank you.
Сориентируемся. По-моему, мы потеряли босса. Уничтожим этих железяк. Бактур! Лидер Жена получает помощь. То есть 07 сейчас снизу попёрся наверх. Мы добрались до мостика и отключили глушащее устройство. Вы меня слышите? Слышу вас четко и ясно, Дельта 38. Я подключаюсь к системам корабля, чтобы определить его состояние. Хорошо. На этом я предлагаю закончить. Итак, друзья, это было крайне необычное прохождение текущей серии, но если вам понравилось, все-таки все кнопки для моей поддержки все внизу находится. С вами был околомолчаливый Реван Владимирович и Звездные войны Республика Командос. Спасибо, друзья, и увидимся с вами в следующих сериях. Пока-пока.